Привет всем гостям и подписчикам, меня зовут Сергей Пономаренко, рад видеть вас на канале Медуза Чайна Гаджет. И прежде чем начать, хочу попросить вас подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Эти два клика отнимут у вас не более секунды, но тем самым вы очень здорово поддержите мой канал. Спасибо за поддержку, мы начинаем. Компания Honor представила новый смартфон в бюджетном сегменте, который называется Honor Play 30. Вообще китайцы очень любят путать своего потенциального покупателя и называют свои модели так, что если вы не следите за рынком смартфонов очень пристально, то вообще не поймете, что происходит. Honor Play 3, Honor Play 5 и потом резко Honor Play 30. И это через год после того, как вышла улучшенная версия этой модели Honor Play 30+. В общем, не спрашивайте. Почему-то все как один в описании дизайна упоминают iPhone 13. Видимо, из-за блока камер. Но лично я вообще не вижу тут ничего общего. По дизайну это типичный Honor или Huawei прошлогоднего образца. Одна из фишек бюджетного Honor Play 30 это поддержка 5G сетей. За их реализацию отвечает процессор начального уровня Snapdragon 480+5G. Смартфон может быть оснащен 4 или 8 гигабайтами оперативной памяти, а объем встроенной памяти составляет 128 гигабайт. Но еще одной фишкой аппарата является поддержка технологии расширения оперативной памяти до 10 гигабайт. Покупатели также получат слот для карт памяти microSD емкостью до 512 гигабайт. Honor Play 30 работает под управлением оболочки Magic UI 5.0, установленной на базе Android 11. Honor Play 30 получил 6,5-дюймовый дисплей разрешением всего 720p с каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Такое небольшое разрешение здесь поставили скорее всего не из-за жадности, а из-за того, чтобы не нагружать и без того слабый процессор. Сзади располагается только один датчик изображения разрешением 13 мегапикселей. И кажется мне, что все же компания очень хочет сэкономить на своей новой модели, ведь в 2022 году даже смартфоны ниже 100 баксов имеют какой-никакой широкоугольный объектив. А тут уж слишком как-то простенько. Напишите в комментариях, важен ли для вас дополнительный ширик в наше время или лучше пусть одна, но качественная камера. Емкость аккумулятора у Honor Play 30 составляет 5000 мАч. Заряжается это все дело через разъем USB-C, но мощность зарядки составляет всего 10 Вт. Зато есть аудиоразъем 3,5 мм и Bluetooth 5.1. Новинка выйдет на рынок в 4 цветах – черный, синий, золотой и жемчужно-перламутровый. За младшую модификацию с 4 ГБ оперативной памяти на старте продаж нужно будет отдать около 160 баксов. С одной стороны, не очень-то и мало для бюджетника, но все же с другой стороны, за эти деньги мы получаем бренд и поддержку новых сетей 5-го поколения. А как ни крути, эта технология пока не бывает дешевой. Напишите ваше мнение в комментариях по поводу Honor Play 30 и не забудьте подписаться на канал. С вами был Сергей и канал Медуза Чайна Гаджет. До новых встреч, всем пока!